Всем привет! Сегодня у меня на диагностике вот такой вот компьютер. Это у нас HP Pavilion DV7, что ли. Сейчас где-то здесь. Да, вот DV7. Пришел он с проблемой. Нет изображения. Подключаем лабораторный блок питания. Потребление 0,002 ампера. Включаю. Лампочка загорается. Но при этом и моргает капслок. Надеюсь, вам видно. Да. Моргает капслок. В принципе, больше ничего не моргает. И потребление на данный момент 1,36. 1,31. И так постоянно меняется. Ну, давайте, я не буду смотреть на сайте производителя, что это за код ошибки, потому что у меня так получалось, что она редко когда соответствовала действительности. В основном это были чипы виноваты. Давайте посмотрим, что на этот раз у нас. А для этого мы его разбираем. Еще что-то. Так, ну что, проверяю, все ли я выкрутил. Ох, какая ножка интересная здесь у нас. А, это стойка крепления Wi-Fi. Так. Вот в чем проблема. Там оно крушит все. Так. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по чипам. Если это 2001, то подозрения сразу падают на него. Да, это 2001. 218.075.2001. Ну и, скорее всего, он у нас есть виновник. Виновник. Десятый год. Ну что ж, давайте сделаем диагностический прогрев и посмотрим, к чему это приведет. Я на 99% уверен, что это выход из строя этого чипа. Если реакция на прогрев будет, то нужно говорить тогда уже с хозяином, какая работа будет произведена. Либо его замена, что, конечно же, правильно. Обычно эти чипы
на прогрев реагируют. Поэтому давайте мы посмотрим, что у нас получилось с этого. Интересует. Ой, блин, надо же этот гнездо. Сама запрыгнула. Включаю блок. Включаем компьютер. Экран зажегся. Вот такая вот неисправность этой модели. У меня на канале уже есть и такая диагностика, и замена чипа есть. Ну, просто хотелось показать, наверное, так и буду делать. То есть показывать, какие модели подвержены вот такой вот типовухе, что ли, типовой проблеме. Так что дальше я созваниваюсь с клиентом, сообщаю, что к чему, и пускай он решает, что делать. Меняем, прогреваем, рыболим. Ну, конечно же, буду настаивать на замене чипа. Чипы такие всегда держу стока. Ну, в наличии всегда есть, поэтому задержки не должно быть с моей стороны. А там как хозяин-барин. Так что всем пока. До новых встреч.